Когда его успели закрыть, я там работаю в пятницу и субботу. Привет, Безусы. Из-за нарушения. Когда его закрыли? Привет, привет. Когда Макшоу закрыли, расскажите мне. Привет, привет. Неделю назад. В смысле неделю назад? Я сегодня с арт-директором общался. Они вовсю рекламируют мероприятие. Вот. Мне сегодня афишу скинули. Как его могли закрыть, если сегодня мне сбросили афишу, арт-директор? Курить, да, нельзя. А все работает. Ты тренируешь, да, тренирую. Сегодня позвоню в Аврикол. Позвони. Да какая тебе разница? На самом деле, да? Я херню. Сначала... Да, я в зале, на кардио. Курить сейчас нигде нельзя. Это хорошо. Как попасть? Напиши мне в директ. Я расскажу. Я и занимаюсь. Почему не Хонор? Какой Хонор? Привет, привет, привет. Аня, эфиры запускай. Алекса, ты душевно больная, до сих пор профиль написан в части этому 2. Может, она не знает, как нужно поменять. Ты не смотришь Дом 2? Ну так, на резках больше, в Инстаграме. Приветики, пистолетики с Харькова. О, привет, Харьков. Выступали у вас как-то в клубе Мистов. Что ж ты? Не знаю, не знаю. На проекте понравилось, да? Понравилось. Хотите выступить? Это не от нас зависит. Если клуб позовет, то мы, конечно, приедем. Ты сейчас в Минске? Да, я сейчас в Минске. Если что, можно в директ мне написать. Тебя любимая смотрит. Ну смотри, смотри. Какие новости? Ебаров с Любой сошелся. Вот вам новость дня. Почему ушел? Не по собственному желанию. С ребятами общаюсь, да, да, общаюсь. На острове что сейчас происходит? Максим за Настей вроде как начал ухаживать. Вот, с Настей со Славой расстались. И на улице начало, с Алексей разбежались. Посмотри, я в историю скинул как раз статью про это. Ты раньше тренер Спортфэмили, я сейчас здесь тренирую и тренируюсь. Ну, почитайте, я там в сторис сбросил много информации интересной насчет проекта.
и дядя Насти. Честно, не знаю. Но не все хорошо у них там так, как кажется. Непонятно, если честно. Привет, Гумер. И пот. Напиши мне в директ. Есть вопрос. Я бы совсем с катушек слетел. Ноги отваливаются. Все, ребят, я так решил проверить вашу активность, понял, что ее нет. Так что давайте, в общем, если что, пишите в директ.